Всем привет, с вами Алкхой. Я в полном шоке с просмотров под прошлой частью. Буквально за сутки на видео набралось 100 просмотров. Спасибо большое. Ну а это вторая часть оценки каналов из моих рекомендаций. Ссылки на авторов участников будут в описании. Приятного просмотра. И первый участник — это Котя Тева. Тема канала уже ничего так, но я обратил внимание на аватарку, которая не связана с контентом. Но позже я обнаружил много признаков моей ошибки. Пока что мне все нравится. Ах да, давайте хоть представлю вам этот канал. Итак, на канал подписано 5270 подписчиков при 263 видео. Описание, по-моему, слишком длинное по смыслу, но ничего страшного. Ну а теперь, по нашей традиции, переходим к просмотру длинного ролика. Не шортс, потому что из шортс там одни мемы и приколы. Так что переходим к просмотру. И всем привет, и сегодня я еще разнообразен контент на YouTube. Сегодня я буду оценивать превью моих подписчиков. И если вы хотите, чтобы эта рубрика продолжалась, то покажите хороший актив по этим видео. Оцените, я буду патреон делом. А это текст, фонд и общая оценка. Погнали. Первая превью, сделал глубоко. Сразу замечу, что текст был очень прикольный и сделан превью совсем неплохо. Единственный минус, что пока пусто. Я думаю, это превью достойно 8 из 10, и следующий превью сделал кинг-бом. Текст тут совсем не видно, но есть просто сделано. Превью выглядит очень оригинально, поэтому ставлю 7 из 10. И третий превью сделан не трэш. Сразу хочу обратить внимание, что превью выглядит пусто. Текст тут выглядит неплохо, но минус в том, что тут больше ничего не было. Превью выглядит цельно, за это я ставлю 6 из 10. Четвертое превью сделал лишнее. Превью выглядит очень красиво, но текст чуть-чуть сливается слово. В основном превью сделано очень красиво и заслуживает 8 из 10. Ну и пятое превью сделал самодел. Текст на превью выглядит совсем неплохо, но минус в том, что превью всех тут пока пустых. Превью выглядит неплохо, и я оцениваю его на 7 из 10. Но последнее на сегодня превью сделал Ярослав Сталкер. Сразу бросаемся в глаза, противовес, какой выглядит белый фон. Лучше, когда хочешь что-то вставить, превью делать фон прозрачно. И еще могу сказать, что текст тут обычный, это ухудшает самопрев. Я оцениваю это превью в 5 из 10, переходим к прочему. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и пишите комментарий. Всем удачи и пока. Ну что тут можно сказать? Монтаж здесь проработан хорошо, поэтому уже ставлю 10 баллов. Больше добавлять мне нечего. Так, а что ждать? Переходим к оценке. Тема канала 9,5 из 10. Монтаж 10 из 10. Задумка, думаю, поставить 10 из 10. Объясняю. Тему канала затронул из-за длинного описания. Я бы посоветовал сделать его поменьше. Также советую в роликах употреблять какие-нибудь дополнительные креативные добавки, больше картинок, которые выражают мысли, в общем, все в этом плане. Советую, естественно, укоротить описание, а также добавить, как хорошему монтажеру, какие-нибудь креативные добавки в ролике. Общая оценка 29,5 баллов из 10. Это прекрасный результат. Желаю хорошего продвижения канала. Ну и следующий на обзоре — это Митя Флэш. На канал подписано 73 тысячи подписчиков. Прикольная аватарка, описание тоже ничего. Затем уже поставлю 10 баллов. В общем, пока все нравится. Давайте посмотрим короткий ролик, чтобы оценить его. Явно есть недочеты в монтаже. Допустим, анимация вступления и анимация концовки, или же можно сделать зациклённую анимацию. Мити Флэш всегда снимает что-то мемное, так что задумка мне нравится. Переходим к оценке. Тема канала 10 из 10. Монтаж поставлю 9,5 из 10. Задумка 10 из 10. Объясняю. Тема мне очень понравилась. Про монтаж я в принципе объяснил. Пару деталей не хватает. Ну а задумка совсем неплохая. Советую добавить анимации начала, конца или зациклить наложение. Общая оценка 29,5 баллов из 30. Прекрасный балл. Желаю хорошего продвижения канала. Кто победит? Пишите в комментариях. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.